Здравствуйте, дамы и господа. Я вас приветствую на своем канале Деревенский винегрет. И вот снимаю в этом году ролик о своем последнем урожае этого года, который я сегодня собираю. Сегодня у нас праздник большой, день единства, правда не знаю с кем, 4 ноября. Живем мы в Ленинградской области, в Гатчинском районе, и вот урожай лука-порея. Вот такой кусочек у меня вот был посажен, вот видно здесь. Видите, сколько? Буквально по пару метров три рядочка. Это вот зрители пришли, наблюдают и помогают, как я его вытаскиваю. Ну вот смотрите, я вот ради визуализации взял вот такую веточку толщиной со спичку. Это вот к чему вот такую рассаду, не крупнее, даже меньше, я высадил. И вот видите, какой лучок я собрал. Вот тут рука моя совсем не мелкая. И видите, какой лук. Это еще не весь, у меня еще в одном месте есть, но там я уже не буду снимать. Там у меня еще больше его посажено. Тут у меня остатки рассады были, и я ее воткну сюда. Технология выращивания. Сорта я сейчас не помню, у меня записаны есть. Я могу потом в описании или в комментариях ответить, кого интересует. Каждый год в конце марта, либо в первых числах апреля, я высаживаю рассаду, семена в смысле, какую-нибудь плошку. Они всходят, неделю-две они у меня стоят под лампой, ну или на подоконнике. И, скажем так, в середине апреля я выношу ее в теплицу. Он заморозков не боится, там больше света, прохладно, рассада получается хоть и мелкая у меня, но крепенькая. И вот к концу октября, к ноябрю он вот такой вот вырастает. Прекрасный порей, хватит его надолго. Ну вот зелени, вот видите сколько, я ее не использую в пищу. Ну, у меня есть прекрасные утилизаторы. Кто смотрит мой канал, знает, что я еще недавно стал козоводом. Козы употребляют его прекрасно в пищу. Кстати говоря, с точки зрения переработки в удобрения многих зеленых отходов, козы даже еще лучше кроликов и кур. Съедают все практически. Ну вот. Тоже снимал на днях ролик, что у меня по огороду гуляют сейчас индюки, куры. Вот они здесь все рядышком. Ну, вот такой вот порей получился. Ну, кому было интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И на огороднические темы, садоводнические, я думаю, мы встретимся уже весной. Ну, или в конце зимы, когда будем собирать рассаду. Все, всем до свидания, еще раз с праздником и всем мирного неба.